Чего? Ребята, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». С вами, как всегда, я, Нина, и Вовтик. Здрасте. Здрасте. Ребята, вот такая шикарная шакшука у нас получилась. Мы вам показывали рецепт по новой технологии. Не забудьте поставить этому видео лайк. Давайте ее пробовать. Мы решили есть прямо из сковородки. У нас есть пластиковые ложки и пластиковые вилки, так что можно, Вован, налетать прямо из сковородки. Так что у нас еще есть, кстати, смотрите, огурчики нарезанные и любимые сардельчики. Также у нас есть компотик, ну и так далее. Короче, Вован, давай я тебе с тобой поухаживаю, давай я тебе положу. Можешь прямо отсюда? Давай прямо отсюда. Чё мы любим? Я прямо отсюда буду. Я попробую, что у нас получилось. Чё ты? Да не бойся ты. Ну а чё, прикольно иногда. Есть прям. Да-да, как желе получилось. Давай положим. Так, я отлично. Все-таки. Так, давай налетать. Что же за такая еврейская получается у нас яичница? Мацу. Шакшука, да. Те, кто кушают мацу, узнаю я по лицу. Так, у меня... Ой. Что-то у меня не получилось. Вот у тебя получилось, у меня не получилось. Яйцо. Ай! Так. У нас яйца получились, как, знаешь, эти вот, не альденте, а эти, как их? О, смотрите, какая вкусная жижа. Вкусная. Тинкс. Можно есть уже как человек обычно. Все. Да поешь ты сначала одно, потом еще положишь. Ну что, так красиво, чтобы было. Ну ладно, бери, бери. Так, попробуем, что у нас получилось, ребятки. Не, конечно, выглядит очень красиво. Смотрите, прям. Шикарно. Прям стол, полная чаша. Да. Я так поняла, что вот эта вот штучка, которая красненькая, да, она у нас делается по принципу лечо, да? Вот, и получается как тушеные овощи с яйцом. Что-то такое, да? Правильно я поняла? О, или не так? Что-то типа того. В принципе, вкусно. У нас здесь получается помидорки, перчик. Всем, кстати, приятного аппетита, кто с нами завтракает. Мы продолжаем готовить кухню мира. Сегодня у нас вот такая кухня интересная получилась. То, что выглядит очень красиво, прямо вкусно. Шикарно. Класс. На мясо у нас, вот видите, сардельчики. Всем приятного аппетита. Ребят, посоветуйте еще какой-нибудь рецепт, который вы хотели, чтобы мы приготовили. Вот по такому же принципу.
Нам, в принципе, так нравится готовить. Мы не даем никого совету. Мы этот рецепт нашли в интернете. Вот. И многие наши подписчики примерно подобный рецепт писали. Кстати, купили специально пластиковую посуду, чтобы можно было есть прямо из сковородки. Не портить ее. Только у меня, по-моему, деформировалась, смотри. От жары, да? Нет? Или она такая была? У меня такая же. Она такая же закрепленная? Чуть-чуть. Ну, может быть. Может, хлебушек тебе дать? Слушай, ну ты добавил... Вова добавил сюда, знаете, острый перец и добавил паприку. В принципе, вот эта штучка такая достаточно островатенькая получилась. Это не больно острый. Ну, вообще туда по классике идет обычный красный перец, да? То есть свежий. Там идет чили перец. Чили перец. У нас его не было. Перчик целый. Да. У нас его не было, поэтому мы вот так вот сделали. Получается, как с овощами, кстати, очень вкусно. Мы вот первый раз готовили. Надеюсь, у нас все получилось. Кстати, кто знает этот рецепт, ребятки, скажите, правильно у нас все получилось или нет? Мы очень старались. Ну, это действительно очень красиво. Причем подача, знаете, она такая прям дорогая, да? Огурчики. Положи себе йогурт. Аккуратно. Все. Да ладно, так потом берем. Так. У нас сегодня погода, конечно, ужасная. Дожди целый день. Это непонятно. То жарей, то дожди. Погода меняется. Настроение это так себе. Это жарой. Наверное. Класс. Тушеные овощи. Мы туда еще, знаете, добавили немножко томатной пасты. Развели немножко водичкой, чтобы вот эта вот жижа, она была такая более жидкая. Яйца разбили и не трогали их. Класс. Причем это получается как самостоятельное блюдо, да? Она уже с овощами полностью сбалансирована. Икс. Кстати, я крышечкой накрыла, яйца внутри получились жиденькие. То есть они получились как вот эти вот, как называется-то? Не альденте, а... Ой, как это называется? Мешочек, да. Ай-яй-яй. Не получилось у меня донести. Яйцо, оно у меня сломалось по дороге. Икс. Вкуснота. Если когда-нибудь будем в Израиле, обязательно закажем и попробуем. Бери вот эту часть. Укладывай. Давай уже разложим и уберем. Я спокойно кушать. Ну, у тебя профессионально. А положи мне так, если это хорошо получается. У меня еще одно яичко. Положи, пожалуйста. Ухаживаешь? Что тебе? Ну, у тебя так профессионально получается яйца класть? Да. А Ван умеет обращаться с яйцами. Ну, как тебе рецепт? Мне, кстати, вообще зашел очень хороший. Очень интересный, классный рецепт. Мне вот даже вот эта вот жижа понравилась, которая из овощей прям очень вкусная. Самостоятельное такое блюдо получилось. Класс. Все, спасибо. А это себе можно так подарить. Давай я уберу сразу.
В принципе, секрет прост. Все. До последней крошки. Ребята, это очень вкусно. Прям советую попробовать приготовить. Действительно, знаете, люди плохого не посоветуют. Да. Так. Все. Во. Теперь у нас уже полноценный обед. Все. Так, можно попить. Вкусно, да? Готовил, кстати, Вован нас. Я на подсъемке была. Только я яйца разбивала, и все. Потому что вот именно разбивать яйца умею только я. У тебя они обычно рвутся. Нифига. Рвутся. Нифига. Фига. Сегодня еще хотим, знаете, шашлык приготовить. Шашлык в пакетике. Вот, так что, ребятки, не забывайте подписываться. У нас цель до конца года 30 тысяч подписчиков, так что... Это не шашлык. А что это будет? Тушеное мясо. Тушеное мясо? Да. Ну да. Сосиски, огурчики и шакшука. Я думаю, такой вариант будем готовить еще не раз, потому что мне очень понравилось. Очень вкусно. Прям тема хорошая. Ложка еще есть. Ну да. А я вижу, как делаем. Вилочки тебе помогают. Удобно. Причем, смотри, яйца, видишь, не растеклись. Они, получается, как вот в этом гнездышко их сажаешь, так они там и остались. Для меня, в принципе, неожиданный рецепт. Я думаю, я все рецепты уже с яйцами знаю. А нет. Это как в фильме «Девчата». Картошка пай, картошка т.д., картошка фри, драники. А здесь чесноком. Вот так. Чеснок не... Что? Не чувствуется. Ну да, то, что он обжаренный сверху. Вначале был самый. Ну а то, что ты добавил острый перец... Прям во рту немножечко горит, если честно. Себе туда. Настоящий перец? Настоящий? Угу. Целый стручочек бы. Было бы еще жестче, да? Нам остро нельзя особо сильно. А я чуть-чуть добавил. Паприка. Туда еще добавляют сладкий перец в виде паприки. Угу. Там и так идет, это свежий, а еще сушеный. Фу, острова-то немножко. Оставь так, кстати, обжигать стенки, жил лодка не наступает. Угу. Насыщение. Угу. Не, рецепт прям даже можно вот подать, знаете. Это вроде обычная яичница, а можно подать прям даже костям. Не стыдно. Будет. На ногу свою. Аккуратней. На ногу будет. У тебя тут это льется. Аккуратно. Да ты вилочкой так себе помогай. Ну все, получится. Вчера, знаете, досмотрели сериал, называется «Космические войска». Сериал, конечно, вообще угарный. По сути, это сериал про американцев. Какие они тупые. Да, насколько они тупые. Причем они же сами сняли. Да, сами же и сняли про себя. Но это, наверное, из-за того, что Трамп, помнишь, предложил типа создать космические войска. Да. Это обстёб, получается. Это сериал стёб. Сами на себя. Причем там не блин только это за блинтрон тема, но и то, как их китайцы опустили. Обставили.
Не, ну в итоге они остались все у разбитого корыта. И они китайцы. Ну, ты из разряда не рой другому яму, сам в нее попадешь. Ну же, ты говоришь, зря крышкой накрыла, а я считаю, не зря. Яйца внутри, то есть они сверху затянулись, а внутри они остались жиденькие. Вот так вот. Не совсем, но тем не менее, не такие остались. Да. Вкусно в любом случае. И вот эта вот штучка из овощей, как это, типа лечо, что ли, очень вкусная. А делается, по сути, как по принципу лечо, реально, да? Да. Кайф. У нас уже не обед, у нас это уже не завтрак, у нас это уже обед. Получился. Наелся? Угу. Я рада. Кстати, еще у нас на закуску есть вот такой вот пудинг. Это прям, чтобы под завязочку было. Завтрак и обед. Ага. Обед вместо завтрака. Поздний завтрак. Поздний завтрак, да. Может быть, все-таки попытаемся приготовить том-ям? Нет. Не хочешь? Не хочешь, наверное, просто портить впечатление, да? Я, в принципе, с тобой согласна. Хотя нет ингредиентов. Не, в принципе, ингредиенты можно найти в магазинах, но, в принципе, это будет не то. Это все будет сушеное. Такое себе. И креветки такие здесь нет. Креветки согласны. Креветки сейчас у нас. Особенно мидии. Где будешь варить? Ну там не обязательно мидии. Там уже чисто с креветки. Там ян-кун можно сделать. Чисто с креветками. Есть там ян-кун. Кун это с этими, с креветками получается. А есть какой-то там ян, еще другой. Я всегда брал. Сифуд. Сифуд? Ну, когда откроют, оторвемся по сифуду. Дели. Уберу, чтобы нам не мешалось. Ну, и все. Приятного аппетита, как говорится. Ух, ешь, потей, работай, мерзни. Вот и мерзни. Ага. Ну, я, конечно, забегала с этим рецептом. Вовчик, только там чесночок хочешь положить. Я, стой! Мне снять надо. Там только помидорку хочешь положить. Я говорю, руки убрал от помидорки. Не, ну зато красиво получается, конечно, такой рецепт. Ох, плохой из тебя режиссер. На самом деле... Да не, на самом деле было бы, знаешь, прикольно, если бы просто вот камеру поставить, да, нон-стопом, стационарно, и все. А я же еще пыталась, знаете, ребят, там что-то и посуду под за ним подмыть там, и остальное там на стол наложить. Так что повезло. По-смешному. Ну,
А то и весело, а то красиво. А то рецепт получился очень красивый. Интересно. Шоколад не любишь, да? Ван очень любит шоколад, а я люблю вот именно карамель. Хотя я вам постоянно шоколад беру, а себе карамельный. Те, кто кушает мацу, узнаю я по лицу. Ван явно в детстве мацу любил. Любил? Хотя нет, в детстве тебя я не докармливал. Такое ощущение, что сейчас ты отливаешь. Опять начну спрашивать, кто по национальности. Евхей. А почему я не понимаю, спрашиваю, что кто у вас по национальности? То ж ты. Ты же вроде обычный. Смуту уводишь. Я смуту увожу? Да. Это как? Так. Да вроде нет. Пей компот. Пей. Пей. Да, вот такие вот классные рецепты, компотик. Компотик мы сами готовили, точнее я сама готовила, еще позавчера. Мы уже его пили. Но это свежий, это другой. Красота, наелись, напились. Ребята, впереди нас ждет еще очень много разных интересных рецептов, очень много интересных влогов, мы постараемся для вас. Вот, так что не забывайте подписываться на наш канал, потому что цель у нас до конца года 30 тысяч подписчиков, ребята. Набираем обороты. Осталось совсем чуть-чуть, нас уже более 19 тысяч. Как говорится, нужно набирать обороты, как говорится. Кто-то нам давал всего лишь 2 месяца, но мы продержались дольше. И вряд ли мы куда-то денемся. На сегодня у нас все, ребятки. Не забывайте поддерживать нас лайком, писать свои комментарии, какие еще рецепты интересно нам приготовить. Ну и правильно мы приготовили или неправильно. На сегодня у нас все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока.